Университетские субботы – замечательная инициатива Департамента образования, которую МПГУ поддерживает с 2014 года. Мы с большим удовольствием участвуем в этом проекте, потому что это уникальная возможность выполнять свою просветительскую деятельность. И дело здесь не только в том, что таким образом мы обращаем внимание старшеклассников и осуществляем профориентационную работу. В большей степени эта работа связана с формированием мировоззрения, естественно, научной грамотности школьников и с возможностью расширить границы их познания. Идея проведения квеста – это идея студентов. Это идея членов семьи нашего Института биологии и химии. Сколько мы в прошлом году спорили? Спорили, надо ли препарировать таракана? Нет. Лучше давайте что-нибудь взорвем, предлагали другие. Третьи говорили, нет, давайте покажем им то, что есть у нас в анатомии. Мозги настоящие человека. Сидели ночами, вечерами. Долго думали, спорили. Вы знаете, даже немножко ругались. И в конечном итоге получилось то, что сегодня мы преподносим как готовый итог, как университетскую субботу, проведенную в формате квест-игры, и не просто квест-игры, а путешествия с нашими героями русских народных сказок. Участники игры должны узнавать анатомические препараты в системе опорно-двигательного аппарата. Учащиеся должны уметь определить половую и возрастную принадлежность, используя настоящие анатомические препараты. На путешествие по системам жизнеобеспечения учащиеся должны определить основную функцию, то есть обмен веществ. Следующая система, по которой путешествуют учащиеся, это системы регуляции функций. И им предлагается в основном нервная регуляция функций. И они должны найти их общность, которая будет заключаться именно в движении. А вот сейчас я возьму и поставлю один нейрон, который участвовал в организации уже рефлекторного акта другого, который назывался... Долгое время зоологической кафедрой заведовал мой заочный учитель, великий Коц. И я был удивлен весьма, что, оказывается, здесь, в стенах этого университета, сохранилась довольно приличная коллекция его работ, таксидермическая. Мне настолько здесь комфортно, настолько приятная обстановка и среди профессорско-преподавательского состава. Нам здесь хорошо. На этот вопрос, соответственно, ответить. Так, когда вымерли звери, которые... Сейчас мы с вами находимся на кафедре зоологии и экологии. Здесь проходит зоологический этап квеста, который организовали студенты Института биологии и химии. Здесь участники квеста познакомятся и ответят на различные вопросы, и, может быть, немного потренируются и поиграют по различным вопросам, связанным с зоологией и экологией. При этом они, помимо того, что будут отвечать на вопросы, они познакомятся с некоторыми материалами, которые собраны в нашем музее, который существует при кафедре. Это разнообразные чучела, у меня сзади здесь всевозможные чучела птиц, это различные препараты костные, и многие другие. Кафедра ботаники приготовила для наших юных друзей несколько этапов, по прохождении которых ребята научатся общаться с живой природой, поймут, насколько это важно. Среди наших этапов вы сможете найти этапы с живыми препаратами. Все этапы рассчитаны на ребят разных возрастов и соответствуют их школьным знаниям. В чем особенность станции «Химия»? В первую очередь, конечно, в том, что химики занимаются всем, что можно попробовать и провести в плане химического эксперимента. Мы рассмотрим и то, что люди едят, и то, с чем люди имеют дело каждый божий день в своей практике. И посмотрим на это с точки зрения химии, что может именно она привнести в анализ и в понимание устройства мира. Первым экспериментом мы посмотрим на химический чай, чай настоящего химика, и о том, с каким печеньем его желательно не употреблять.
Во втором эксперименте мы посмотрим, а горят ли деньги. Все знают, что деньги не пахнут, но способны ли они гореть? И как уберечь их от такой напасти? В эксперименте номер 3 мы посмотрим на так известную всем таблицу Менделеева и что она скрывает за своими названиями. Будущим участникам квест-игры предстоит обнаружить в ней немало тайн, особенно посмотрев на секцию лантаноидов и актиноидов. И, наконец, мы посмотрим на эксперимент имени Винни-Пуха. Мы посмотрим на воздушные шарики и как же их наполнить. Воды. Приступайте. Сегодня на кафедре биохимии, молекулярной биологии и генетики участники квеста отвечают на теоретические вопросы, а также, что гораздо более интересно, занимаются выделением ДНК. Они выделят новые специальные гены, которые помогут им в борьбе со злым монстром, захватившим власть. Они должны получить эти гены и использовать их на дальнейших этапах квеста. Нам очень понравился ледниковый период. Там такие правдоподобные животные. Скелеты животных. Да, это очень любит Настя. Да. Вот, и очень классные манекены, вот. И мне очень нравятся животные. Да, всем нравятся животные, абсолютно. Вообще, вот этим проектом «Университетские субботы» мы пользуемся уже не первый год. Главная цель, пожалуй, это профориентация. Потому что 9 класс, уже давно пора определиться, кем ты будешь в дальнейшем. А очень хорошая возможность познакомиться с вузами – это как раз вот этот вот проект. Во многих уже были, в принципе, определились направлением дальнейшего обучения. И вот уже по этому направлению выбираем лекции, семинары, квесты, как сегодня. И поэтому в субботу здесь. В ноябре прошлого учебного года мы с ребятами школы 1980 принимали участие в квесте, который проводился здесь, в Институте биологии и химии МПГУ. Нам все очень понравилось. И препарат анатомического музея, и химический опыт, и даже физкульт-минутка. И вот сегодня, в субботу, в неучебный день от нашей школы участников 30 человек.